Отплываем, друзья, к острову Аруба. Он известен своими пляжами. Может, еще чем, но в основном пляжами. И вы посмотрите, как, какого цвета водичка. Что сказать, купаться здесь классно. Песочек белый, вода невероятно такого цвета голубого, хотя не безумно прозрачная. И вот тот же самый пляж, друзья, но без того, чтобы я своим светлым образом его загораживал. Да, друзья, да, вы не ошиблись. Это ваш блогер. Вот такой вид открывается с пляжа. Вот мы идем. Сейчас я зайду в воду немножко. О! Все. Я уже в воде. Такая волна. И потом так на солнышке все это замечательно блестит. Ну ты скажи, как тебе в водичке-то? Ой, вода вообще, конец света просто. Мне так нравится, тут на волнах так почти чувствуешь себя серфером. Ой. Только без доски. Только без доски. Довольно сильные волны, но вода вообще классная просто. Ей можно мокнуть и совершенно... А ты и в градусах, какая у нас водичка сейчас? Я думаю, градусов 26 и меньше. А вот, друзья, поснимаем берег мы отсюда. Я извиняюсь за качку и за неточное попадание, но я борюсь с волной все время. Борюсь с волной, друзья, чтобы показать вам красоту. А у меня из-под ноги прям песок вымывает, и нога уходит вниз. Мы отправляемся в город, посмотреть, как там в городе. Стоит три круизных. Наш сзади, и он там впереди еще два. А в принципе порт может принимать до 5 круизных лайнеров одновременно. Ну что ж, друзья, вот и Аруба. В толкучку мы не пойдем, пойдем по городу. Народу много, вот представьте себе, сразу три круизных лайнера. Плюс тут еще люди просто отдыхают, тут полно гостиниц. Приезжают люди на недельку, там попляжутся. Тут есть на что посмотреть. Вот в сравнении с Картахеной выбор, конечно, несопоставимый. А мне всего-то, что и хочется, маечку с надписью «Аруба». Ну, красивую. А это маечки для маленьких. Вот просто глаза разбегаются. Так просто по улице иду, вам показываю. Вот это здание, друзья, довольно большое. Диснеевское такое. Оно большое, это плаза. В ней много магазинов и так далее. Просто вот чисто внешний вид такой. Вот так выглядит, когда внутрь попадаешь. В наших планах есть еще и перекусить слегка. Да, а есть вот такие большие молы с разной знакомой нам всем фирмой. Вообще странно, зачем приезжать в другую страну, чтобы там Хилфигер что-нибудь покупать или там Гесс, даже не знаю. Да, друзья, быстро поесть нам не удалось, а долго не получается. Надо уходить, пора на корабль нам. Может быть, когда-нибудь мы подъедем так на недельку, и тогда уже более подробно все посмотрим и вам расскажем.